Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, забираем с тобой бревна. Бревна, бревнышки, бревно. Так, заберу. О, беззубик, да, ребята? И теперь у нас можно найти рыбьи хвоста. Вот, а у нас как раз, по-моему, задание стоит на поиске рыбьи хвоста, разве я не прав? Прав. Вот оно, ребята, и мы его начнем. Поиск. Один день с лишним. Давай, лети. Естественно, ребят, бесплатно я отправляю. 300 этих, куда? 300 рун. О, смотри-ка, выпал пак, ребят. Это прям... А, ареновский. Я думал, там что-то такое супер-пуперское. Это просто ареновский пак нам выпал. Окей, ладно. Шут с ними. Так, а ты не радуйся, не радуйся. Ты же у меня вечный добывальщик железа. По довольно весьма скромным ценам, если честно. Тут обмен отменяем. И тут тоже я отменяю, потому что такой ценник ломят. Что, ну просто, ребят, несерьезно. Несерьезный ценник ломит, братва. Так, что тут у нас? Полетел. 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 Но обещал вернуться. Ну что ты фризишь-то так? Ну игра, ну как ты меня вот заколебала вот в этом плане? Как ты меня в этом плане заколебываешь, а? Прям вот не могу. Начинаешь карту передвигать, вот этот слайд-шоу, блин. Так, что у нас там? За 450, да, пускай летит. Все равно ему делать. Качаться ему некуда, как говорится. Пускай хотя бы ищет. Добывает нам железо. Так, ладно, мы сейчас с тобой быстренько тут просмотрим. Что, куда и почему. Когда, где и как. Чего стоишь-то? Спасибо тебе за треску. О, древоруб. Ну, а ты что мне принес? Понятно, что ты по дешевке даешь мне. Понятно, что уж там. Иди вон, делай маникюр. Этого бы парня, конечно, бы хотелось бы прокачать. Но такой дорогущий, блин. По прокачке он, ребят. На слово, очень дорогой. Так. Тоже дорогой, ну хотелось бы, конечно, прокачать, но дорогой. Лети. Тренируйся. Тоже иди лети. Тренируйся. Страхокол. Пускай тоже летит, занимается. Подкачка, так сказать, своего бренного мелкого. Блин, опять, ребята, жетон. Слушай, он очень крут. Он мне уже, по-моему, третью серию подряд дает жетоны. Разве это не прелесть с его стороны? Мне кажется, очень даже найс. Очень даже найс. Опа. А что я опыт? Я думал, ну ладно, бремя гнильца, давай. Чуть-чуть ему не хватает, чтобы еще левелапчик приподнять. Так, ну здесь вроде бы все. Теперь давай мы с тобой заюзаем наших скромняжек, вот этих вот. Песчаные пляжи. Пускай летит. Строить заново. Что он там будет строить заново, не знаю, ребят. Строитель фигов. Да ладно, яйцо ты мне дал. Даже не стал, ребят, молодец. Спасите Гусева. Спасите Гусева. Спасите Гусева. Звучит так, конечно. Так, заберем с тобой, наверное, бесплатный пак. Загадочный. Так, монетки Один, это понятное дело. Престиголов, шторморез, древоруб. Что? Оу. Оу-оу-оу. Друзья мои, тройной удар редкий. Представляешь? Что нам выпало? Так.
кипятильник. Подожди, у нас же точно задание надеть на кипятильник. А, он должен 1,5 миллиона рыбы принести. А сколько он добывает вообще? Его надо качать, как я не знаю кого, чтобы он нормально нам начал приносить 1,5 миллиона рыбы. Да. Так, ну что, травянистого нашего заглянем, ребят. Как всегда, меня мухоморами своими пичкает. Мухоморова душа. Так, здесь, по-моему, последний пак у нас, да? Так, точно. Слушай, ну нормально сегодня получили с тобой одного из дракончиков. Это радует. Всегда приятно, когда тройной удар. Какой-то новенький, свеженький. Великолепненький. Синенький. Так, ну что, тут все, ребят. Теперь смотрим по событиям. Есть что-нибудь? У нас есть с тобой... А, нету пока. Блин. Ну, только через 2 суток, ребят, откроется. Угроза бух и бах. Угроза бух и бах. Найти еще один топор. Так, тут-то у нас блестящий янтарь. А мы еще можем с тобой заказать? Один. Ну что, раз у нас, друзья мои, только через 2 суток будет доступно событие, я тогда предлагаю пойти в схватки. Предлагаю пойти в схватки и добыть пак Одина. А может быть даже 2 пака Одина мы с тобой сегодня заберем. Так, ну что же, ищем. И мы нашли. Так, ну естественно, в первую очередь, ребят, в первую очередь уничтожаем Шепота. Я с ним не хочу, чтобы он тут буянил. Он тем более, ребят, фиол. Быстро разбираться не будет. Ну, отвянь. Не вздумай лезть даже. Так, через... Ну, через хил, ладно, хорошо. Ну что же, этого про отца отправили теперь. А по идее, надо воз... Уже поздняк. Слушай. Блин, ну давай так, наверное, сделаем. И вот так. Он сколько? На 4 энергиях, да, ребята, пламя выпускает? Утырок несчастный. Просто, ребята, утырок. На тебе за это. Ребят, следующий поединок у нас и... Вот такую команду мы видим перед собой. А я, пожалуй, вот так начну. Сразу бы минусанули одного. Теперь за этого беремся, да? Да, я думаю, что надо браться именно за этого хламона. Иначе он будет потихоньку у нас, как всегда, пожирать энергию. Мне это как бы нафиг не нужно. Ну что ты там? Ага. Они слишком бы зачастили-то, ребятули. В топку его. На тебе. Пониженная броня, все дела. Хана им, наверное, нет? Как думаешь? Нет, еще побарахтается. Очередной бой. Ну, я не вижу здесь ничего страшного. Ну, только вот... Вот это хламон меня немножко напрягает. Ну, начнем с самого слабого. Окей, ушатали. Это будет фаерболы, да? Само собой. Само собой, это будет фаерболы. Так, это у нас критовик. Но критовику, в принципе, уже все, ребят. Тоже край. Блин. Добьют, что ли? Неужели добьет? Неприятность. Да. Вот так вот я сделаю. Пускаем свой фаербол тут. Ты смотри, жучара какой, а? Ты посмотри на него. Он не стал, ребята, делать фаербол. А нам это, кстати, не грозит. Знаешь почему? У нас, если что, есть еще одна слепота, которую я, естественно, буду применять. Хе-хей, нуб. Попал орешек.
Да, конечно, ага. Все, до свидания. Тебе ничего здесь, парень, уже не поможет. Так что, может, не... Да не бухтит, господи, что ты... Так, друзья мои, ну что, у нас выпало один редкий пак, который я, кстати, сразу ставлю на открытие, и два обычных, плюс заработанный пак вождя. Престиголов, защитник, водорез, сарделька. Так, ну что, я предлагаю, наверное, сходить, друзья мои, еще за одним паком. Да-да-да, продолжить схватку. Смотрим, что у нас тут. Блин. Не очень приятное существо. Так, сарделька с двойным ударом, да? Поехали сюда, наверное. Для начала пойдем разбирать вот этого вот. Бабочку, блин. Видишь, энергию. Он потихоньку, ребята, пожирает энергию. А этот со своей двойной атакой тоже не есть хорошо. Тоже, ребят, не есть хорошо. Блин, сейчас схомячит, и мне не хватит на подхил. Две, просто взял две энергии, опа, и сожрал, ребята. Нормально? Да отвали ты, в дудку. Да что так, ты зачастил, пацан, блин. Ну, понятно, что этому кранты, ребят. Ой, кстати, тут может быть кранты и здесь. Нет, нет, нет. Должны, наверное... Хрен узнает, как мы тут должны. Он запинает сейчас барсика. Ну-ка. Я, конечно, могу, ребята, сделать следующее. Повесить на ему слепоту и его разбирать. Я не знаю, вот так вот, если я его буду туда-сюда. У нас, видишь, у нас энергия закончится, может. Все, он не жилец. Он не жилец, друзья мои. Пошел прочь с поля боя. Так, давай приценимся. Ну, я здесь ничего сложного... Ну, блин, вот это, конечно, понижать будет. Тройной удар лаварык меня вообще нисколько не беспокоит. Вот этот гад, да. Этот гаденыш, блин, видишь, что он сделал? Понизил броню. Ну и куда ты будешь бить? Еще бы. Кто бы сомневался. Так, теперь с тройного удара, да, ребят, продолжаем. О-хо-хо-хо-хо, 4 энергии, слушай. Нам надо резко-резко с ним покончить. Так, лаврык, не лезь, пожалуйста, а? Не свое дело. Ну и фиг с тобой. Прекрасно. Да, бронявый, конечно, тут не поспоришь. Очень бронявый. И в то же время очень слюнявый. Понизим ему броню, чтобы его легче было прибивать. Ауч! Совсем мало не хватило. Чтобы его... Ой, ой! Серьезно? На тебе! Готов. Надеюсь, это у нас будет последний поединок, после которого мы с тобой заработаем пак вождя. Так-то, вата — это вата. По идее, ребят, мы должны их разбирать. Ай, тут кривет же. Ну ладно, фиксим. Я буду надеяться, что кревет не успеет набрать. Хе-хе, промахнулся. Что он не успеет набрать себе 4 энергии для того, чтобы сделать массовую электрическую шокотерапию. От нее, конечно, будет очень плохо. От нее будет очень плохо, ребят. Ать! Не вздумай. Смотри, он не стал делать. Или ему нужно 5 энергии, поэтому он не сделал. Не помню, если честно. На... Да в плане ты, я думал, добьем его. Слушай, вот сейчас будет, ребята, больно. Смотри, 5 энергии, по-моему, сейчас сделает он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ядрен матрен, вот я о чем и говорил, ребят. Вжаривает он, конечно, не кисло. Но зато он один. Поэтому шансов выжить у него здесь 0. Так, ребята, вот и последний пак вождя, второй. Чудовище, ужас, шепот, громобой, шторморез, злобный змеевик, вострозуб, ищейка. Да, неплохо, кстати, с этого пака нам надавали, очень даже неплохо. Так, и плюс мы с тобой получаем награду.
одну штуку. И это у нас 250 вымпелов. Ну, вымпелов не так, конечно, много, как хотелось бы. Но лучше что-то, чем ничего. И, судя по всему, друзья мои, на сегодня все. Так, подрались. Нам надо ждать двое суток для того, чтобы у нас открылось событие, и мы на него пошли и смогли, соответственно, его проходить. Пока больше ничего не вижу. Единственное, может быть, еще отправить наших драконов на поиски. Ну, на поиски ресурсов, я имею в виду. Че им тут прохлаждаться? Сидят как дурачки. Пускай вон летают, собирают. Даже маленькие, ребят, эти поиски уже хорошо. Так, расширить академию не надо. Невеста Кривоклыка. Невеста, ребят, Кривоклыка, это вам не хухры-мухры. Все, друзья мои, на сегодня закругляемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков.